Тоже я заказала своему ребенку на Алиэкспресс. Значит, для начала я взяла мозаику снежную. Вот такие классные штуки. Я думаю, они нам пойдут еще очень долго. Мы вот такой вот вариант разноцветно взяли за 270 рублей. Такой целый огромный пакет из 400 штук. Я думаю, очень даже неплохо. Следующее мы заказали вот такие деревянные формы конструкторы. Да, мы взяли вот такие. Мне они очень нравятся, потому что здесь формы, геометрические фигуры, потом вы видите тут доли, части. То есть эта игрушка нам пойдет еще надолго. Плюс мы играли в такую в развивалке, и нам она понравилась. Дальше мы заказали вот такие штукенции тоже. Логическая игрушка по 45 рублей, поэтому она меня очень привлекла. Здесь сначала можно занимать, например, красненькие и желтенькие элементы и просить ребеночка его вставить. А потом уже вынимать больше элементов, 3, 4, 5 элементов. Да и потом можно всякие интересные фигурки из них строить. Далее, это уже для меня, это английский алфавит, такие смешные буквы на магнитиках, и это для моей работы. Но я заказала два, вдруг Даше тоже понравится. Потом я заказала ей вот такой вот интересный театр, потому что у нас сейчас ролевые игры вышли на первый план. Это деревянные игрушечки, и написано в отзывах, что очень даже все неплохо, по 164 рубля. Заказала такой же со сказкой «Красная шапочка» за 127 рублей, пальчиковые куклы, я их просто обожаю. Потом заказала ей коврик. Эти детальки все 30 на 30. Он мне понравился тем, что там внутри мягкие пазлы, и вот эти все детали можно вынимать. То есть сначала мы в них будем играть и собирать детали, потом собирать коврик, стелить его и на нем играть. Дальше заказала ей вот такие фрукты. Даше нравится в них играть. Это тоже для ролевых игр. Потом заказала ей вот такие вот наборчики. Это для аппликаций. Можно тут вырезать из бумаги такие штучки интересные, фигурки, и наклеить их. Мы очень любим аппликации. Вот. И заказала вот такие часы. Уже пожалела, что одни, потому что на работу тоже мне нужны были. Тем более, что они стоили 49 рублей. А чем они мне понравились? Они мягкие, и все элементы оттуда вытаскиваются. Тоже можно циферки учить, собирать, еще и время потом потихонечку будем учить. Вот. Дальше это вот такие пазлы, которые деревянные, и они мне понравились то, что уже есть фигурка, на которую можно их собирать. Ребенок не собирает какую-то абстрактную картинку, непонятно какую, а вот у него есть фигурка, которую он соберет. То есть таких парочку вариантов. И вот эту штуку мы сейчас просто обожаем лепить. И мне надоело из шприцов уже вырезать, поэтому я заказала вот такие штуки. Вроде должны быть неплохие. И сразу вылезают с такими интересными, красивыми рисунками. И все, да, остальное все пошло мое. Короче, все деньги, которые я выводила на карту с моих этих каналов, с моих партнерок. Да, ну все это где-то 1500 мне обошлось. Все деньги я потратила на Дашу.